Ну что, вот сезон 2020 завершен окончательно. Сегодня разобрали, сняли укрывной материал вот с парничка с моего. Если подвести какой-то итог по поводу этого парника, я могу сказать однозначно, что он мне продлил сезон как минимум на месяц, потому что возвратные заморозки, точнее, они не возвратные, а уже, как сказать, да, осенние. Возвратные это весной, а осенью уже как бы другие, не знаю, как их назвать. В общем, осенние заморозки уже у нас иногда бывают и в конце августа. А потом в октябре опять тепло и так далее. То есть бывают такие угоды. Вот. Естественно, если в конце августа будут заморозки, то, естественно, все погибнет. А вот этот вот парник с укрывным материалом, он мне, конечно, сезон продлил. Единственное, вот в конце уже порвался укрывной материал, и там, конечно, уже тоже подмерзло. Но когда-никогда все-таки это должно было случиться, когда-никогда все равно сезон завершается, и, естественно, наступает осень. Поэтому как случилось, так случилось. Учтем на будущий год вот эти вот все моменты, и вот эти вот все места, вот эти вот стыки, да, и вот эти вот шурупчики, их нужно будет как-то закрыть, чтобы они не рвали укрывной материал, потому что поликарбонатом тоже не будем мы пока крыть этот парничок. Было бы очень хорошо, но пока нет. Тоже будет укрывной материал уже новый, естественно, не этот, который был. Вот. И нужно будет вот эти, вот даже, может быть, скотчем, если замотать, они уже будут не такие острые, вот эти вот, да, части все. И, соответственно, не будут так рвать укрывной материал. Ну, посмотрим, что-нибудь придумаем. И, может быть, как-то крепить его будем по-другому. Я предлагала тоже сделать такие вот, привязать, прям вот там же снизу тоже идет вот такая перекладина, привязать там вот веревку и вот так перекинуть через весь парник, ну вот на один пролет две вот таких веревки, и уже парусность будет не такая высокая, и не так сильно он будет рваться от ветра. Вот, тоже, может быть, это учтем, может быть, все-таки сделаем. Как-то хотели, но подумали, что вроде как пронесет. В общем, нужно будет учесть некоторые моменты. И, кстати, на следующий год я хочу в этот парник посадить, попробовать огурцы. Потому что в последнее время в открытом грунте огурцы вообще никакие. И благо, что у нас есть теплицы. И поэтому мы едим огурцы оттуда, как бы, да, но из теплицы идет на продажу, и хотелось бы для себя вырастить уже, ну, чисто свой урожай. Вот. Ну, в общем, как-то так. Вот хотелось мне записать именно видео, и в какой-то степени даже для себя тоже на будущий год посмотрю его весной, перед тем, как уже опять вводить в эксплуатацию этот парничок. Посмотрю вот эти вот нюансы, о которых я сейчас говорю. Будем дальше убирать. Вот этот укрывной материал, он пойдет на хранение. Мы его храним вот в таких вот мешках, складываем и храним в сарае. И на следующий год, естественно, я не буду его выкидывать, на следующий год он пойдет куда-то на грядки, на укрытие каких-то культур, потому что укрывать есть что и есть от чего, потому что заморозки возвратные тоже у нас иногда бывают и до середины июня. Вот так, в общем, такие вот мысли насчет этого парника. Будем надеяться, что на следующий год тоже так же удачно поработаем с этим парником. Ну, в общем, все, до скорых встреч!